И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как Судаки. Идем через ворота. У нас больше нету Элька в команде, то есть стрелка, и это очень все печально. Поэтому будем... У нас, конечно, есть этот товарищ. Это, точнее, Алексина. Что, и все что ли? Да ты фонарила вообще. Будем Алексиной, значит, дрючиться. Это что за фигня вообще? У нее есть какое-нибудь другое оружие? У нее нет другого оружия? Да ладно. Офигеть. Скоростное, скорострельное повреждение. Че сведение? А, повреждение среднее, господи. База жизни круг. Алексина, кстати, по сравнению с Айлиш, такая нагловатая девка, такая немножечко мужичка, как мы могли заметить. И она вроде как не принцесса. На Каприна не похожа. У нее, в общем-то, даже интонация чуть-чуть другая, произнесение вот этого всего дела. Всякие гиены огненные и так далее. Ну, я думаю, кто в наушниках или более-менее у вас громко, я думаю, вы слышали то, что она по-другому произносит немного. Так, кто там сзади, а? Паразит. Все-таки... Ай-а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 й, что ты задел-то меня? Офигенно. Просто офигенно. Ты не можешь отвергнуть мой исцеляющий поцелуй. Да пошли вы все вообще. Чё-то как-то больно. Мне не нравится безелька. Вообще как-то... Бабошечка. Ловите шар огня. Ой, камера, спасибо тебе. Ну вот, сейчас попадет неправильно. Ну, точнее, немножко косо и не заденет тех дальних. Не, ну, задело, но не так, как хотелось бы, конечно. Так, что это? Камень теней. Давай, я спиной тебе его повернул. Давай, Тал. Кейзик, давайте. Все вручную, а мы бегаем тут. Да забейте его уже кто-нибудь. Такие сразу, блин, ломанулись. Мочите гада. Лаволапчику какой-нибудь? Нет. Ну, конечно нет, господи. Конечно же нет. Я хочу за Тала, он как-то роднее. Потому что все... Этих мы не знаем, они левые все какие-то темные, некрасивые. Ничего не знаю. Хотя был бы тут Кафу, я бы, может, еще взыграла бы. Так, ладно. И душой, и телом. Так. А где выход вообще тут у вас? Заброшенный пост. Так, торговца все еще нету. Я не помню, вернется ли он когда-нибудь. Господи, камера. Что ты делаешь? Мы сейчас с вами в волю побегаем, на самом деле, по местным землям, потому что здесь половина тотемов валяется, и здесь можно фармить нужные предметы, всякие омниум, там мрамор и так далее. Так. Вспомнить бы еще, куда мне идти, если серьезно. Мы застряли, замечательно. Ладно, вроде здесь никто на нас не нападет, я надеюсь. Нет, не напали. Хорошо. Так, дай бог вспомнить. Показал, что это бочка подошла к камню. Так, опять скелетоны, да? Нет.
Так, ну, солдаты. Солдаты — это нормально. К солдатам мы привыкли. Это норма. Уй, а вот к тебе я не привыкла. Никогда к тебе не привыкну. Иди в жопу вообще. Оп. Ну, видите, вот он только сейчас среагировал на пробел, хотя я нажала его только в тот же момент, когда меня ударили. Так, идите в задницу. Я приведу вас к победе. Факт. Просто не вздохнут ничего, даже встать не дают. Пошлю вон от эликсины. Это кусок моей девушки. Айлиш. Надо его беречь, этот кусок. Так, слушайте, ну просто невозможно работать так. Здесь тоже не смысл. Так. Умри уже. Так, аськолек мря-мря, это хорошо. Почему-то все агрятся именно на Тала с этим самым Скейзером. До свидания. Вообще, спокойно. Освобождать пламенную ярость. Даешь. Ой, не надо было здесь, ну ладно. Корчись в огонь. Вообще, конечно, странно, что вот эта способность вообще в наличии. У Вуки. Ну, не у Вуки, у Ника. Потому что как-то немножечко, как бы это сказать. Как бы это сказать. Ну, как бы дракон-то у нас Элька. Он же Кафу. Я, конечно, понимаю, что у него не может быть магических способностей, но могли бы. Блин, ну вот. Я ненавижу такие моменты. Ну, конечно, того второго не задело. То, что он взял и сдвинулся каким-то вообще непонятным образом. Блин, ну теперь не хватает. Ну, чтоб тебе. Когти торжествовать не могут. Это когти. Дальше чтоб все. Понятно, валим. Не хочу их лечить, не хочу на них тратить, на этих персонажей. В общем-то, зелье. Потому что по факту нам нужно только миновать, скажем так, вот эту вот часть, когда нам придется за них, за всех играть. У нас, кстати, за всю игру ни разу никто не помирал. Ну, то есть, не было такого. И я не хочу, чтобы это случилось. Единственное, что вот Алексине я дам, чтобы она нас подлечила всех. Так, кто-нибудь левелапнулся? Ну, конечно, нет, господи, зачем? Хреново, наверное, в таком мире жить, да? То есть Элька сказала то, что он всю жизнь боролся, в общем-то, с Хаскилией. Ой, господи, с Аклорией. Кстати, всю жизнь вот они, соответственно, тоже прожили вот в такой вот жопе. Неудивительно, что они такие зачуханные все. Валите центральную бабайку. Скелетоны не мочатся. Центральная бабайка, все. Где еще одна? Вон она. Тал, подсоби. Что-то его плющит, то бежит, то идет. Давай, Тал, давай, давай, давай. Ну, бей, 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 бей. Так, пэ. Янта куда, прости? О, это туда. Вот. Кларианская цитадель. Как я не заметила этот раньше?
Какого фига мы с локации еще не ушли? Как вообще? Пошла подбирать, называется. Черт. Блин. Че я сожму-то? Ладно, не важно. Ребята, помогите, здесь одной грустно как-то. Ай. Давай уже, господи, ты сломаешься сегодня? Ну? Так, минус одна. Вы, блин, в десятером не можете завалить эту фигню одну? Я вас умоляю. Давайте речь вас со спины бьют. Тало, успокойся, все хорошо, все закончилось. Золотой зелье, жалко. Ладно уж. Так, у нас нет, видимо, Алексина не считается, да, за Алиш? Ну ладно. Превосходные штучки. Факт. 250 флоринов. Чем нас тут? Тоже 250 флоринов. Ну ок. Подозрительно, однако одну и ту же дают. Ты бить будешь, нет? Изюмрюдный зелий. Так. Бальзам навыка. Кстати, давайте съедим. Не вопрос. Имеет ли смысл... А, все, все, все нормально. Мне почему-то сказал, что там дорога вниз куда-то. Так, нам потом наверх. Опять эти маленькие. Смотрите, как-то они странными жестами свои шашки. Это возвращательное. Поступательное движение. Это как-то неприятненько. Траванули, траванули персонажи. Надо валить быстрее, это хреновина. Кому там плохо, боже. Безрадостно это все прозвучало. Блин, пока я тут колдовал, эту фиговину успеть. Что-то Ника как-то совсем плохо, я смотрю. Что такое тут? Давайте изумрудное зелье, чтобы дадим это ей как-то как совсем хреновенько. Ну, кейзели тоже тогда. Вы что бьете вообще? Зачем вы их бьете? Я же ей дала из... А, твою... Она все-таки сдохла. Ну ты посмотри, я же тебе дала изумрудное зелье, ну. Блин, вот первая смерть. Точнее, ну, одного персонажа. Обидно. Я думала, мы пройдем всю игру, и ни разу никто не умрет. Ну, да-то, конечно. А? Это тупая Ника, блин. А-а-а. Где тут воскрешает? Повышает мощь, кстати. Так, восстанавливает, восстанавливает, воскрешает и лечит все оз. Одна штука. Кто мне там? Ой, да ну нафиг, я ее даже воскрешать не буду. Пошла она уже. Где тут фигня? Сейчас ее по новой валить, блин. Эти нафиг все. Тал. Самый нормальный, давай. У нас Буки никогда не подыхала, а тут Ника взяла 2 минуты, блин, экранного времени, и она уже загнулась. Слабовольная. Что Ника тут хилует для персонажа из мира, который погряз в хаосе. Я не буду поднимать, я не буду на нее тратить зелья, она недостойна. Давай, Тао, давай, мой хороший.
Ты у нас единственный, знаешь, кого, какого врага валить надо. Потому что все остальные как-то немного не уезжают. Сейчас еще Кейзель загнись давай. Тупайника. Так, ладно. Все испортило мне всю статистику. Вот эта белобрысая обезьяна. Ой, прям фу. Прям вот фу. Тал, где ты? Тал. Не хочу с ними общаться, они какие-то мутные тут. Мне их даже дизайн не очень нравится. Вот единственный, кто по дизайну нормальный, это Кейзель и этот самый. И Кафу. Кафу в особенности. Такой Казанова эдакий. И то дизайн Кейзеля. Слезали с этого самого, с брата Тала. Так что не считается. Можно вы не будете на меня нападать? У меня тут идиоты в команде. Блин, я ж просила. Сейчас придется их всех лечить, да чтоб их всех вообще. Так, две... Нет, стоп. 500 на всех ип. Берем, че. Кейзик, давай лечись. Да пошли вы все к хренам вообще. Жирный хреновина. Хватит меня бить. Я приведу вас к победе. Да, Тал, вот ты именно и приведешь, потому что эти что-то они вообще никакие. Товарищи, вообще никакие. Посмотри на них. Ничего не могут. Пошли все вон. Вроде и раскачанные такие все. И оружие у них относительно лучше, но ничего не могут. Хоть убить. Да хватит бить меня. Пошли вон. Кейзель, шевели булками. У нас тут врагов целая куча, а ты тут стоишь. Шашкой даже не махаешь, ради приличия. Кстати. В защиту Ника. Это у нас самая упоротая. А иди ты в пень вообще. Переключайся, Тал. Они... А чё ты этот блок поставил? Я тебя даже изначально не била. Чё, что ли, фонаревший? Так, господа. Давай... Хамы. Сами нападаете, тут же блок ставите свой дурацкий. Это несправедливо вообще. Так. Ловите на гадробителя вообще. Сейчас я никого не задену, да? Ну да. Нет, одного задела. Ника, по-моему, задела. Хотя не могла физически. Но выглядела так, как будто бы именно ее и задела. Да, так, целебное снадобье. Кейзель, где ты там, господи? Да хватит ставить свои дебильные блоки. Как вы мне заколебали меня. Целебное снадобье еще раз, кстати. О, господи. Вас двое, вы не можете с ним справиться. Где там еще один? Может, вы его сами зашитаете? Я тут побегаю. Не хочу с вами работать. Вы какие-то немощные. Вот реально. Эта дорога до цитадели будет болезненная, я чувствую. Да? Я вот так начинаю думать. Вот эта цитадель. А это случайно не то место, где у Тала будет битва его персональная. Если это так, то это неприятненько. Черт, я перепутала настойки. О-о-о-о-о, сияющий настойка. Печаль.
Хотя ладно, все равно пригодилось, потому что мы онки восстановили. Где сияющая настойка? Вот она. 1000 ос и 200. Дайте Алексине. Сохраняешь. Дерево воу. С этим деревом мы еще пообщаемся. Это будет, я думаю. По-моему, здесь оружие должно быть. Не, может быть. Оружие будет вот как раз таки, по-моему, на дереве. Где оно, дерево-то это, господи. Ну-ка, все-таки сходим, наверное, раз уж тут. А нас, может, сейчас и не пустят сюда. А я не помню даже, что тут делать, если честно. Не, давайте сюда потом как-нибудь придем. Нормальной командой, а не вот этой вот. Потому что вот это просто с куром на смех. Какого мы, кстати, уровня? 17. Ну, 6000. Это очень хорошо. Ой, блин, когда мы получим возможность путешествовать спокойно, то есть бегать, путешествовать, там, прокачиваться и так далее, я так оторвусь, господи. Потому что вот это вот... Мне вторая часть игры не очень, честно говоря. Ну, как не очень нравится. Она мне нравится, но... Она все-таки как-то... Первая часть мне больше нравилась. Первая половина, я имею в виду. Потому что вот, например, вот эти пробеги от цитадели к цитадели, мне они не очень нравятся. Ну, как бы... Это часть сюжета, ничего не попишешь. В принципе, часть логичная. Должен признать, Тал, ты умеешь обращаться с мечом. Гвардеец, что ты хочешь? Стражи мы полюбили искусство владения мечом. Полюбили. Вы еще сможете догнать Кейзеля? Ты ржешь, что ли? Смогу я догнать Кейзеля? Это, по-моему, он от меня догоняет, судя по тому, как он загибается там. Он по уровню, конечно, как сказать, выше, но по всему остальному, по-моему, как-то мы выигрываем. Про Ника я вообще не говорю. Она в нашей... Я возлагаю большие надежды на хаскелианцев. Это Тал сказал. Наши чувства схожи, аклырианцы. Нет, не Тал. Хаскиля, это же мы. Так, ладно, они тут в процессе пути... Там Кейзель первый сказал, короче. В процессе пути они тут подружились, все зашибись. Так, что это? Бальзам навыка, кажется, да? Где он? Бальзам навыка. Чтоб не терять. Снежок! Снежок, хоть где-то. Трансценти не считается. Там вообще снега практически не видно. А тут прям так много. О-о-о. Так. Впереди лежит аклорианская цитадель. Чудесный зелий. Не могу взять. Печально. Не знаю даже. Видите, кстати, отсортируем. Это что-то как-то уже прям вообще все неудобно. Слушайте. Мне там нигде не завалялось какое-нибудь улучшение, не? Нет, жалко. Смотрите, по сравнению с Сталом, глаза Кейзеля как будто бы с подводкой. И у него, да, шрам. То есть небольшие косметические отличия. Так-то, естественно, все то же самое. Ой, нас такая боль ждет на самом... Слушайте, по-моему, вот эта аклорианская цитадель, это как раз то, где у Тала будет его персональный бой. И, блин, не люблю цитадели, то прям там все так больно, на самом деле, на моей памяти. А я не сказала бы, что мы пришли сюда прям такие уж прокачанные. Это немножко плохо. Самое оно бы, на самом деле, пойти вкачаться, но... Прям даже не знаю. А куда мы можем вообще попасть? Можно вопрос?
цитадель-то хорошо, конечно. Но на самом деле там действительно будет такая боль. Там будет очень плохо, если мы придем туда не вкачанные. Вот мне бы вернуться по-хорошему в Хаскири, но сейчас мне, естественно, это никто не даст сделать, да? Подонки. Это каньон. Риф. Это что? О, дадут? Да ладно! Иллюмина. Да ладно, что, можно, правда? Трансценти. Так, стоп. Где мои тихие воды? Ой, дают! Все, а я думала, нельзя сейчас будет. Я не помню уже. Ой, все замечательно. Прежде чем мы пойдем в этот в цитадель, в эту, я думаю, мы сейчас пробежимся по, во-первых, Хаскили, продадим все, что у нас есть. Все, что мы можем, про всякие шкуры и так далее. Прикиньте, сейчас прийти в этот, в эту самую, ну, в замок иллюминский. От лица Кейзеля, например. Сказать, папа, я вернулся! Ну, вот в этой, конечно, атмосфере, то есть в этом освещении, они хоть не так убого выглядят, но все равно у них какое-то мрачное все такое, да? И у него какая-то типа того корона на башке. Ой, как хорошо сюда вернуться, боже, я соскучилась вообще. Где третья? Коленки худенькие. Педикюр шикарный, Ника. Не, мы сейчас пробежимся. Потому что действительно бабошечка будет. Вполне возможно, после этой серии мы сейчас вот все продадим. Боже, как я соскучилась. Бы этого места. Что-нибудь новое скажешь? Уважаем. Ну и ладно. Так, шкура, чешуя, все дела. И после этого, наверное, я действительно пойду в эти самые. Куда я пойду? В мир теней я пойду прокачиваться, скорее всего. Нет, нифига, а хотя... Не знаю, блин, на самом деле тяжелый выбор, потому что банально. У нас другая компания, и прокачивать этих товарищей чуть не айс. Как-то неохота мне. Не, значит не будем. Черт. Значит будем мучиться. Печалька. И, кстати... Нет, нет. Мне почему-то показалось, что я пробежала мимо торговца, пока болтала. Нам еще, кстати, нужно вернуться. Куда вернуться? Ты готов поторговаться? Так, ты любишь шерсть, это мы поняли. Точнее... Ну, вы поняли. Так, стоп, рептофал, это, по-моему, ящерица. Нет, не ящерица, шкура. Дилодактиль, так. Вот это продаем. Леопард туда же. Железопука. Чешуя. Жало, череп. Так, мрамор. Кстати, надо вернуться в этот самый. Шаданимо. И толкнуть на базаре. Точнее, даже не на базаре, а толкнуть архитектору куски мрамора. Чтобы они у нас в инвентаре не валялись, и чтобы просто тупо сдать этот квест. Вот. Только мы сейчас добежим до этого с чешуей. Так, стоп, это орел. Выпустите, 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 спасибо. И, кстати, нет, это мы уже делали. Помните, там, где туалет отодвигал? Там мы, по-моему, за буку уже залезали. Сейчас узнаем. Опять эти маленькие вонючки. Да падает уже, господи. Здесь хорошо, вот, о, наконец-то, боже.
Здесь хорошо вот по вот этим ранним локациям бегать чисто ради вот фарма вот этих вот всех предметов. На самом-то деле. Потому что вот зелье на крутых врагах выбивать это глупо, потому что ты больше тратишь, чем добываешь. Так, где металл? А вот здесь вот на вот этой мелочи самое, ну... Какие-то такие, знаете, обычные зелья, то есть всякие лечилки, всякие изюмрюльни и так далее. Ж, конечно, крутых зелий здесь не выбьешь. Ну, таких вот на мелочи, вот на это я имею в виду. Сейчас такой ящик где-нибудь отковырять. Так, ну чё этот с чешуей, где он там был-то? Где он есть? А, ну в самую последнюю секунду, ну как так вообще? Да иди ты в пень вообще. Эти кто-то... Давай ты, господи, падай уже, на. Ой, не взрывайся только рядом со мной. Если ты планируешь это сделать. Все, тал всех зашатал. Да, мы там были. Так, все-таки вопрос. Где чувак с чешуей был? Я вот не помню. По-моему, он на пути все-таки... Да-да-да, он на пути в Иллюмин, но он вот там, он за медом. Кажется. Вообще в мясо. Слышь, ты! Падай уже, господи. А где этот пень? Все равно зашатаю, что ты хочешь. Не видите сзади? Блин, ну ладно, вы не видите. Он с такой задержкой открывает этот щит. Точнее, ставит. Ну, что ужас, просто проще действительно не ставить, а просто отбегать. Что, все? Нет. Вы втроем не можете его завалить, тоже мне. Блин. Убейте его, господи. Какие немощные. Есть еще смысл все-таки чисто, знаете, побегать. Так, там мы были. А, нет, я постоянно забываю то, что у нас не те ребята, то есть не наши, а Элиши, Эльки-Буки. А эти левые. Их прокачивают смысла нет, на самом деле. Торгуйте чешуей, давай. Ща мы тебя вторганем. Я не помню, нужна ли нам кожа скрайба. Ну, 5000, ребят, 7 штук. 7. Раковина когти. Давайте 4 те выкинем. Железо паука. Чешуя. Тари. Ой, как хорошо. У нас 19 косарей. Господи. Череп проканит. Я не помню, он, по-моему, нужен для какого-то чертового квеста. Но вот для какого? Крабовый кристалл нам тоже нужен. Райский коралл, я тоже не помню вообще, что он, куда он. Камень теней. Шоп я знала вообще. Иллюминский опал, кстати, по-моему, нужен... Ой-ой-ой. Он нужен будет, по-моему, этой... Да чтоб тебе! Каприн. Да, слушайте, по-моему, каприн он нужен будет. Так, у нас больше нет тотемов, да? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Печелька. Так, ну ладненько. Поедемте тогда сейчас. О, нет, туда нет смысла идти. Нам нужно к порталу. То есть обратно. Мы сейчас телепортнемся в Шаданиму. Получим и тут же сдадим
квест на мрамор, если я правильно помню, что получать его именно там. По-моему, там архитектор должен его дать. Слышь ты, телепортатор, Харинов. Убери свой щит, двуглавая обезьяна. Тони. Ты умрешь сегодня, нет вообще. До свидания. Лучшая защита от нападения. Вот в игре. 99,9% случаев. Надо еще с оружием Тала все-таки разобраться в ближайшее самое время. Вообще, конечно, если я правильно помню, и в Акларианской цитадели нас ждет бой. Штучка пропала! Нас ждет бой для Тала, а по-моему, это именно так. Конечно, Талу бы неплохо оружие добыть получше. Потому что, как бы, иначе печаль. Для этого нужно втолкать. Я просто даже не помню, какое по счету, то есть оружие для Буки, для Айлиш мы получили у этого чувака. Сколько он просил? 25, да, этих кругленьких, красненьких душ? Хромо. А, черт, хромо, он же прям туда выкидывает. Прям в храм. Оттуда еще выйти надо. О боже, нет, я не осилю. А нигде поближе нету? Трансцензия, кстати, нет, ладно, не будем пока. Не, ну это уже все, это уже не то. Блин! Так, это выход, да? Давайте, знаете что? Сейчас перетрем с этим чуваком, спросим, если он нам скажет, сколько. Мне просто хотя бы немножечко, если он даст оружие, будет прекрасно. Так, а, да, нам нужно собрать сфер. А сколько? Сколько? Я вот не... 25, по-моему, да? На каждое рыло. А у нас... Блин, у нас их вообще, по-моему, ни одной. Даже если есть, неважно. Блин. Мне просто очень нужно действительно хорошее оружие для Тала. Потому что если мы не будем особо прокачиваться, то нам нужно хотя бы оружие. Потому что цитадель полна боли. Так, у нас сейчас опять поимеют. Что за долбанный мост, а мы без сферы? Черт! Вот хрен. Хрен не надо. Да чтоб тебе. Бабушечка. Надо, кстати, вот тут сохраниться, я думаю. И, наверное, знаете что? Давайте здесь попрощаемся. За кадром я буду здесь бегать, набивать эти долбанные сферы. Ну и заодно чуть-чуть, конечно, талов качнем. Остальные-то как бы ладно, фиг с ними. А, вот, и, в общем-то, я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Я думаю, я к вам вернусь, когда я набью достаточное количество сфер и вернусь вот к тому товарищу. И вот там вот, прямо перед тем, как сдать эти сферы, чтобы вы все видели, что нам там выпало, что нам не выпало. А, в общем-то, я к вам и вернусь. В общем, если понравилась серия, повторюсь, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, зовите друзей. И, в общем-то, до встречи. С вами была Севен. Всем удачи и пока-пока.